разорваться и вот как... такая у нас весна. Началась весна, март, уже апрель скоро. Зима начинается. А на самом деле вот только дошло с Европы. С Европы до нас. Из Румынии, откуда там? Снежочек. С Польши. До нас. Поэтому мы решили посмотреть, что у нас в горах. Что там с нашей дорожкой на ИЦИЛ. Засыпало, сейчас приедем и расстроимся. Еще дизельный патриот стоковый с нами. Да, взяли с собой дизельный патриот. В полном стоке. Без блокировок. С магазина, короче, машина. Да, безо всего. На обычной резине. На магазинной резине. На магазинной. На магазинной. На магазинной резине. Вот и посмотрим. Едет этот автомобиль? Как вас едет? Патриот. Как, да. Едет? Как едет? Или нет? В стоковом, так сказать, исполнении. А то говорят, надо сколько у него? 250 тысяч надо вложить, чтобы он хоть как-то ехал. Сейчас посмотрим. И водитель еще стоковый. Да, то водитель есть, стоковый, самое главное. Водитель стоковый, тоже еще ни разу. То есть, когда он первый раз едет, он даже не видел, куда едет. Даже не знает, куда едет. Даже не как, знает. Какое... Вот, вот и посмотрим. Не самые лучшие условия, но что теперь делать? Так. Короче, сегодня оказалось снега так поболее, чем за всю зиму. Засыпало все. И снег еще идет. Так что будет весело. Будем спускать колеса сейчас. Вот так вот не едем. Машина-то не едет. Да. Да блин. Саня, он сейчас заедет. Вот единственное, ему инерцию надо. Опа. Ему с разгону надо. Хорошо пошел, он. Не. Сколько народу-то? Много вроде голоса. Первый раз пришлось спускать резину на этом подъеме. Вот так вот снежок выпал, и уже не едем. Репетируешь? А? Репетируешь, что ли? Конечно. Он стандартно едет. Я сегодня ему побольше буду внимания уделять. Интересно, как стандартный патриот едет в таких условиях. Назад давай. Серега, ты куда поехал? Дальше ему протоптать. Серега, ты что? Я готовился на третий ехать. Я хотел спуститься еще раз прокатать, но вот видишь, с места без блокировок плохо. А он с колеи съехал просто, вот и плохо.
Ему подальше надо. И потом газовать не обязательно. Когда съезжаешь, наоборот, лучше как-то, чтобы это. Ему сейчас здесь накатать и аккуратненько подняться. Ну пока подготовленному патриоту приходится прокатывать дорожку для неподготовленного. А снежок все усиливается и усиливается. Короче, сегодня, наверное, будет интересно. Вот такая вот весна челябинская, суровая. Вот так поднимаемся в горочку. Даже на спущенной резине вон машина буксует. Вот так вот, самый первый подъем, и такое неожиданное препятствие оказалось. Сейчас отъедет назад, чуть-чуть левее решили там поположе подъемчик, левее прокатать дорожку и затянуть стандартного УАЗика нестандартным УАЗиком. Кстати, сняли стабилизатор поперечной устойчивости и как бы особенно на трассе ничего не заметили разницы. Но ехали как бы не быстро, но все равно не так страшно. Вот сорвало здесь снег. Да-да-да, здесь снег сорвало. Я здесь даже пешком идти не могу.
А, джек же у меня есть. Нет, так я сам их сколько раз снимал. В начале зимы. Откручивается хоть, Серега? Все, я хер знаю. Откручивается. Главное, чтобы без шпильки открутил. Турецкие гайки. Не покупайте. Одноразовые. Сейчас главное, чтобы не упало. Да-да. Вот так за счет тяжелого человека накачивается. Теперь в Ютубе это будет ролик «Звезда». Как да, без всякого бензина. Безо всего, вот только за счет веса. То есть надо всегда возить, всегда с собой возить в дорогу большого тяжелого человека, который сможет встать на диск и придавить диск Саня, к камере. Сними этикетку американского домкрата, пусть америкосы порадуются. Ага, сейчас еще одна небольшая реклама, то есть нам же должны деньги платить за рекламу. Сейчас мы прорекламируем домкрат. Ну потуже накачал. Машину держит американский домкрат High Lift. Мы хотели с них взять за рекламу, но решили не брать. Потому что у них так долг большой, американцев, да? А так их вообще загоним в яму и не выползут. А это все же пострадает потом. Серега, не лезь туда ногой, жалко. Не-не. Я не хочу кровавое видео снимать. Я тоже не хочу. Есть! Есть, без щелчка. Колесо накачалось, как бы. Удивительно, но факт. Слушай, сегодня вообще... Позицию загораживаю, да? Косило все у него сейчас, да, видишь, да, все, в диагонал, ну. Блокировки нужны. Снег-то валит. Не заедь, эмоций не хватит. Не заедь. И сбрасывай газ, сбрасывай. Все. Опа. Именно на сбросе газа. Буксовать будешь? Дима, ты за... Вот. Вот вверху же сбрасывай. Не, ну прилично, УАЗик сразу маленький стал, как Жигули. Как Жигули примерно. Это уже о многом говорит, да, это еще. О, вот кого надо снять. Я говорю, это стамама вылез. Меня тоже так не стащило, я уже понял, да, назад тихонечко. Зря Таня не поехал. А я понял, вообще, что если клево, я не разгонюсь, вот такая погода. Она говорит, трястись будем, а мы как раз не трясемся, потому что выпал снег. Я просто подумала, я весь день опять за компом просижу, а я и так... А она сейчас, она что-то там помидоры собралась садить. Когда так, нам надо мороженцу вам вернуть и нам помидоры прийти. А, ну вот, приходите. Сейчас горнолыжный сезон закончится, а то мы все выходные. Едем? Что, Саня? Едем? Ой-ой-ой, сейчас.
Серега Бруль там. От толчка назад ударился, наверное. Тащила вот. А чё, чем длиннее? Ну не, он просто пружинит. Лед! Здесь ручей! Лед! Под колесами! Серега, назад никак! Но уже сдвинулся. Двигается, нет? Чуть-чуть двигается. Да! Черт. Снес оператора. Че, он еще назад пойдет? Назад отползаем. Саша, уходи. Успеет назад, хочешь там куда-то сугроб заехать, что ли? Отростка. Отрост тут катается. Вот, не, он сейчас сюда поедет еще. Да, почему? А, ты побежишь? Я сомневаюсь, что он там есть. А поэтому ты спокойно? Я спокойно здесь смотрю просто. У тебя право тормоз. Не умеешь побежать, надо было открутить просто. У тебя право тормоз не говорить. Ну, я знаю, бывает, говорит, бывает. Ага, он приподняться решил, ну правильно, кстати. Все. Смотрим сейчас на... Так сказать, момент истины, Серега. Давай я тащу. Бегом, 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 бегом!
Не крути! Так прямо и не крути, не крути, так и... Застрял? Вот так вот, где мы едем, застревают снегоходы. Нет, вперед еще нет, едет. Ой. Он пониже. Ой. Помочь может? Спроси. Сейчас, подожди, поможем. Сейчас поможем.